Отсюда отлично видно Монте-Карло. Вот они, джунгли каменные. На самом деле здесь сплошные скалы. То есть вот город, можно сказать, в скалах. Стоит на скале. Монако. А вот это вот, где большие высотки, это Монте-Карло. Краны что там строят. То есть, можно сказать, вся вот эта вот страна, которая называется Монако, она стоит вот у подножия вот этих вот гор. Понятно, что здесь производство, какие-то там сельскохозяйственные культуры и так далее, тут этого нет. Все это закупается. Приехали мы в Монте-Карло. Сейчас будем спускаться, искать место, где нам тут оставить авто. Но интересно то, что здесь ни границы нет, ничего. Например, Франция, Италия, естественно, есть граница. Ну, такая как бы, на бумаге, можно сказать. Здесь вообще даже нету ни знаков, что это отдельное государство. Центральная улица, вот там уже порт начинается, но погода, видите, какая. Мест, где припарковаться, это здесь вообще проблема очень большая. Ну, пытаемся что-то найти. Наконец-то мы нашли местечко в подземелье, и то, что удобно, что машина стоит где-то в минус 3, а я сейчас нахожусь на плюс 2, и вот такой вот вид. Смотрите, это же гора, скала, лифты в скале. Так, это получается с другой стороны, это океанариум. И если мне не изменяет память, в честь Жак-Ив Кусто. Вроде бы раньше там стоял даже их Калипсо, батискаф такая желтая. Итак, значит, это уже, это место называется Жардан де Сан-Мартан. Что означает в переводе сад или либо парк Святого Мартина. Так, и здесь будет отличный вид сейчас на порт. Еще один
что там, ну да, не сезон, яхт, конечно, уже так, вот он порт. Летом он был полностью заполнен яхтами. Сейчас не сезон. Так, вот это местный Нотр-Дам. И можно сказать, что здесь центр этой страны. Здесь и административные ресурсы, и замок короля. Короче, здесь все. Полис. Коммерс, без этого никак. Флаг местный. Уже какие-то есть рождественские декорации. И, конечно же, самое центральное место, самое основное, это дворец принца Монако. Вот так все это выглядит. Вот там стоит караул. Пойдем посмотрим караул. Как я и говорил в каком-то видео, то, что здесь все вылизано, здесь все, все блестит. Просто такая погода. Пушки. Наверное, настоящие. Ядра, конечно же, нет. Флаг. Сделано якобы этому сооружению лет и лет. На самом деле, это не так. Ну, вот такая вот картина здесь, ребят. Смотровая площадка. Ядра чистый изумруд. При пересечении границы между Францией и Монако я ничего не заметил. Когда мы пересекали границу и Франция, и Италия, то, как обычно, ты получаешь смс, то типа «приветствую вас в этой стране», что еще, свое радио, свои волны, свой сразу же оператор подключается мобильный. Ну, видна, естественно, есть какая-никакая граница, то есть какие-то пункты, ну и другой язык и так далее, понятно. Здесь же граница Франция-Монако, нету ничего, ничего. Никакой смс-ки, связь как была, Оранж, так и есть Оранж. То есть язык французский. Меняются только номера на авто и все. И все, и флаг. Иногда виднеется флаг бело-красный. Карабинеры принца заряжаются. Электрика. Я слышал, что здесь все машины, которые принадлежат государству, ну, казенные, да, по-нашему, все электро. Вот такая как бы незрачная машинка Citroën, да, но электро. Наконец-то мы выехали из всех этих туннелей и сейчас направляемся на Авит, А8, автомагистраль до Марселя. Ну нет, мы в Марсель не поедем, мы едем вниз, Антип, мы едем в Антип домой. Так что, ребята, если вам понравилось, обязательно лайк, вопросы в комментах, подписывайтесь на канал, увидимся в следующих видео. Пока-пока!